Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать кукольный макияж и как визуально увеличить глаза. Итак, приступим. Я уже нанесла тональную основу и одела увеличивающий линз. Начинаем с белых теней. Наношу я их на внутренний угол верхнего века. Также делаем и со вторым глазом. Светло-бежевый оттенок распределяю на среднюю часть верхнего века. Темный бежевый оттенок наношу на внешний угол верхнего века и растушевываю. Тоже делаем и со вторым глазом. Черным карандашом рисую стрелку. Отступаю немного места от нижнего века, рисую линию, которая визуально увеличит глаз. Соединяю со стрелкой на внешнем уголке верхнего века. Тени белого цвета наношу на внутреннюю часть линии роста нижних ресниц. Темно-бежевый оттенок наношу чуть ниже, чтобы визуально глаза казались больше. Клею накладные ресницы. Подводкой подвожу линии от карандаша. При помощи кисти бежевых теней рисую линии на носу. Нос визуально кажется уже. Для эффекта фарфоровой кожи наношу пудру. Дополняю образ розовыми румянами. И последний штрих – блеск для губ. Готово! Спасибо за просмотр, люблю вас!